Да. Уважаемые друзья, я декан факультета Р, международного промышленного менеджмента и коммуникации. На нашем факультете было две секции. Одна была посвящена логистическим цепочкам, цепям поставок. И вторая секция, она была составная, она была посвящена экономике и управлению и вопросам истории ракетно-космической техники и вооружений. Ну, поскольку история закреплена за нашим факультетом. То есть, по сути, три тематических направления мы своими докладами, своей работой закрывали. Мы рассчитываем, что на следующий год подключится еще одно наше тематическое направление. Уже в этом году на неделе науки она подключилась. Это лингвистика, перевод, переводоведение. И рассчитываем, что и на старте в следующем году тоже мы сможем организовать подобную секцию. То есть мы, как факультет, включились в работу несколько лет назад. Вот она 5 лет проходит в университете, мы не 5 лет, порядка 3 лет участников факультет. Но мы свое участие наращиваем каждый год. Мы это видим и по количеству докладов, и по количеству связей, которые возникают, приезжают из других вузов. В этом году были участники из Политеха, из Кингисеппского колледжа, ну и много-много-много. И что касается состава секции, которую вел я, то у нас больше половины участников это были иностранцы. Наши бакалавры и наши магистранты из Китайской Народной Республики. Мы этому очень рады, потому что они так активно включаются в работу. К сожалению, их сегодня нет, потому что они не имеют возможности ходить в этот корпус, поэтому мы все секции проводим там. Но я благодарю тех коллег, которые были на секции, очень доброжелательная была атмосфера. Всего вам желаю успехов и добро пожаловать на Р-факультет. Спасибо.